Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком». Вопрос, 8 том, вопрос 2125. Мир страдает от вопиющих несправедливостей, и из поколения в поколение ищут новые законы, конституции, законодательные собрания, которые дали бы более справедливые законы. Можно ли привести примеры житий для наших правителей, депутатов, для их назидания? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Брать нужно прямые указания из Библии. Исаия 8:20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаия 10:1. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Ну и жития могут задеть, но только тех, кто еще способен под слоем жира услышать. Ермий, 31 мая, кавычки открыты. Потом князь спросил воина: почему ты не берешь своего оброка, как берут его все прочие воины? Так как вы несправедливо обираете убогих, отвечает мужчина, то я по этой причине не беру оброков ваших и не питаюсь ими, ибо я имею духовную пищу, подаваемую мне Духом Святым, от которой и никогда не взалкаю. Кавычки закрыты. Все познается, говорят, в сравнении того, что есть, а может и прошло, сегодняшнего длинного моления, тех книг и наших стертых порошок. В сравнении с апостольским служением мы часто попугаи и пеньки. Безмолвствует наш пол мужской и женский. Где деяния апостолов, прикинь? Мы не богаты, но не так и бедны. Беднее нас есть в Африке, на севере. Правители нас топчут, но не конь же бледный. Нам ангел льет на голову, но ведь не все же семеро. Не все же семеро. В сравнении с другими я подсмотрел в кино. Мое жилье и пища не царские, конечно, но как раздумаюсь, бедней меня полно. Их сонмы по заборам, а я на русской печке. Не торопясь, прикину, глазами обведу своих друзей, врагов, божественные книги. Да, как бы трудно ни было, но это ж не в аду. В сравнении с несбившимся с улыбкой вникну. И нахожу, что лучше мне выпал вариант. Отделался ушибами и малой кровью. Тюрьма и заключение, как будто на прокат. Гонение прекратилось, и христиан не ловят. Сравни, вздохни о христианах первых, о сталинском гулаге и малолетках ссыльных. Сегодняшнее наше покажется, как первый. Родные рядом все, не отбирают сына. В сравнении с сектанты мы явно богачей. Соборы есть и жития, труды святых отцов. Мы православны, легко нам отличить по виду, по спокойствию от бритых разных псов. Но сравнивай себя с Христом, с небесным царством, поймешь, что ты ничто и что имеешь прах. Сравни свой труд с апостолом и старцем. Сплеснешь руками горестно и только скажешь «Ах!» 29.09.03. Игла.